пошел ты нахрен, урод. Yes. Так вот, ой, про этого забыл. Я, короче, здесь коплю отголоски, реально. На одном месте, прикиньте. У меня уже почти 1600. Прикол. Сюда, придурочный. Я кому сказала? Вот мне надо, чтобы он один за мной шел. И второй, чтобы даже, блин, близко не будешь. Ну давай, давай. Ёкарно! Да какого хера уже их двое? Блин. Офигеть. Вы что, издеваетесь, придурки? Сдохнешь сегодня, нет? Опа. Так, один остался, ура! Да, с одним я тоже не очень хорошо дерусь. Вообще не очень хорошо. Ну, аптечки я жалеть не буду. Ну их нафиг. Задолбал меня уже. Скотина. Да! Не, ну если он меня сейчас убьет, это будет просто фейл полнейший. Может, блин, выстрелить в тебя? А, в итоге камень снял. Я забыла, как стрелять. Ну, наконец-то! О, у меня 11 аптечек даже. Обходишь оборотней, спускаешься в дом, там убиваешь оборотней. Сериал. Не, не смотрела. Блейд, привет. Блин, почему-то мне казалось, что... Здесь какой-то, блин... Какое-то место было, которое я обыскать хотела. Нет, похоже, что я зря их мочила. Ну хотя почему зря? 2000 хотя бы накопила. Хай, хеллоу. Я снова тут. Это что, уходил? А здесь я, помню, что-то лежала. Вау! Ой-ой-ой-ой-ой. Я упала. Надо факел достать. Ух ты. О, там кто-то ходит. Блин, можно было по лестнице спуститься. Чего как-то через жопу вообще? Черт возьми. А хотя... Немножко здоровья потратила. Сосуд с маслом. Я так ими еще не научилась пользоваться. Я думаю, что...
Для них нужно молотого. Хотя, может быть, и факелы можно поджечь. Заметил меня. Ау! Hey, love. Так я до канализации еще вчера дошла, только, по-моему, с другой стороны. Здесь я не была. Не знаю, что это меняет. Там крысы. Так, а вниз, чтобы спуститься, один такой вариант — упасть. А нет, вот лестница есть. Так, там еще один ходит. Да ё! Отдай мне здоровье обратно, урод. О, кровавик, здорово. Могу оружие прокачать когда-нибудь. По-моему, мне для следующей прокачки 5 штук надо. Она и до этого доходила. Ну да. Я сейчас вообще хотела чисто попрокачиваться немножко, потому что меня мочит босс второй. Так, конкретно он... Ну, в смысле, я смогла ему 2/3 снять. Когда он превращается в какого-то адского оборотня, он меня очень быстро убивает. Вот. Ух ты. Ой, а как это взять? Я вот это хочу взять. Ё-моё. Блин, да я сейчас... В адскую задницу, наверное, упаду, если ошибусь. Ладно, я попробую. Yes! Что это? Что это? Что это? Густая холодная кровь, 5 штук. Блин, что она мне дает, ее просто. Так. Густая, холодная, пипец. Используйте, чтобы получить много отголосков крови. Понятно. Тут пасхалка Вовина. Вовина именно. А шмотки не находила там в конце? Нет. Пока что еще ничего не находила в конце. И вообще, в каком конце? Блин, два раза R3 зачем-то нажал. Метательный нож. О, а поставлю-ка я нож вместо вот этого. Один. Пускай один будет. Так, противоядие. Это что-то не помню. Ладно, пофиг. Противоядие мне пока тоже не пригождалось еще. О! Да ладно! Это ужасно просто. Вау! Нет! Нет! Ё-моё! Он меня врасплох просто застал. О боже, кто там внизу? Ребенок. Охренеть. Мои отголоски крови 2000. Сейчас, секунду.
Вон лежит. Слушай, я ее даже не видела, где там лежит. Блин, он меня так напугал. Фу, что теперь делать? Опять пойду туда же. Обидно как. По 200-то тысяч, блин. Ну все, нахрен. Успокаивайся. Да блин, ну ты достала, у меня курица ощипанная. Слева от монстра. Все, я поняла. Ну блин, хотя бы я теперь знаю, где они лежат. Отлично. Иди сюда. И мне надо мои отголосочки вернуть. Да ну! Так, так, так. А никто не помнит? Блин, я опять забыла, как я туда пошла. Но мимо оборотни все равно придется мне пройти. Блин, они меня не замечают. Вот удар клёвый, но долгий, скотина такая. Вау! Ну вот, я потом пытаюсь вернуться к бою. Сделать перекат, но у меня не получается. Аптечку. Умри уже. Да ну нафиг! Да что ж ты такой непредсказуемый-то, а? Тебя ненавижу, блин. Брат там сидит. Скоро придется делать фразочки, Люси. Привет, я уже дневной марафон отыграл. Дошел до гигантских бабок. А у тебя как дела? Ну как, я начала только. До гигантских бабок я не дошла. Я дошла, походу, до пасхалки, но меня там убили. Пока так, тренируюсь, можно сказать. У меня очень плохо получается вот этих оборотней убивать. Я не знаю почему. Не пойму как. Одноручную, двуручную. Может, они огонь все-таки боятся? Сейчас попробую, может, факелом там их напугать. Ой, я думала, я ее уже взяла.